Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня 19 августа, четверг. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании InstaForex, логотип которой гордо развивается у меня за спиной. Начнем по статьям. Значит, итоги протоколов ФРС, укрепление американского доллара на фоне смягчения кредитно-денежной политики в очередной раз обсуждают представители Федеральной резервной системы. Значит, собственно, эти новости обрушили S&P 500, который сегодня еще и гэпом открылся вниз. Кашкари против биткоин, такой ярый противник криптовалюты. Я нашел такое изображение его интересное, которое с пугающим взглядом он смотрит на биток. Ну, наверное, скорее всего, лоббирует чьи-то интересы. Ну и отработка торговой идеи по евро-доллару, о которой мы поговорим с вами на графике. Давайте приступим. Итак, начнем мы с золота. Очень-очень интересное движение происходит сейчас на рынке и немножко вводят меня в тупик. Смотрите, вчера у нас были протоколы, да, и протоколы расторговались, ну, как минимум, по реакции на азиатской сессии на укрепление доллара. То есть был импульс наверх, небольшой дожимчик, и азиаты полностью продали золото. И, в принципе, по всем инструментам, которые мы дальше будем обсуждать, везде реакция азиатского, как минимум, рынка была вот, ну, на укрепление доллара. И, казалось бы, уже можно было взять за опору фомки вот здесь, да, ставка, фигура, фомочки вот здесь, и, собственно, опираться на них как минимум в шорты. Но сегодня открывается Европа и, собственно, бахает вверх и даже пробивает сегодняшний день по хаям пока. Ну, это еще не разворот, но в любом случае, как бы, вот эта чехарда, которая сейчас начинается вот здесь по золоту, идет борьба, собственно, за вот этот уровень поддержки сопротивления. Что для покупок не очень хорошо, то что вот этот уровень в районе там 1771, там плюс-минус 74, он не пробился. То есть для лонгов хорошо бы вот заброс на низ и дальше уже в космос, но его не было, его оставили. Поэтому возможно, как бы, через перехай, если он произойдет через время, да, допустим, и у нас появится какая-то шортовая инициатива хорошая, от нее бы можно было с первой целью зацепиться именно вот в эту такую трендовую наклонную, которая, ну, практически горизонтальная, но она есть. Поэтому такой бы планчик интересный. И если это движение будет уже истинным, я сейчас вот так вот примерно, вот так оно выглядит на дневках, соответственно, у вас первая цель будет вот эти два минимума, ну, возьмем один вот это, да, вот это. Если он пробьется, то можно держать до уже нижней границы. Напоминаю, что здесь у нас уровень такой годовой, вот он, да, и можно очень дешево зацепиться, поэтому будьте внимательны и готовы к этому варианту развития событий. Пока, конечно, золото давит, несмотря на то, что там многие инструменты к доллару падают, но на Европе кто-то прям разгоняет злато, и оно какое-то мега волатильное в последнее время. И даже то, что происходит сейчас, вот, опора фомок обычно всегда, какие-то сильные новости были для золота опорой для дальнейших тенденций. Сейчас какой-то дикий флет, вот, поэтому пока отставим этот инструмент в сторону. Серебро. Серебро, в отличие от золота, имеет сегодня даже черное тело дневной свечи, не коррелирует с золотом сейчас абсолютно. Тенденция на падение у нее есть. Напоминаю, что большой план на покупку серебра, именно такой инвестиционный план, купить его примерно по $20 с риском там за 10 и стейком за 30 и 50. Пока этот план в силе, но пока $20 я не вижу. Я вижу 23, для меня это дороговато. Евро-доллар сегодня героически пробил минимум года. Я думаю, что все сейчас аналитические порталы будут говорить о том, что евро валится в пропасть и так далее. Но это все, конечно, интересно. Нас интересуют сигналы, и сигналы были вот здесь. Этот сигнал называется чистейший внутренний бар, который прошел после материнского, который сбивал тут стопы с
любителей поторговать от уровня поддержки сопротивления, их выкинуло, дальше внутренний бар, который на часе является флагом, и, собственно, обвал и пробой минимума года, вполне техничный паттерн, около 100 пунктов здесь прошло. Те, кто хочет обвала и верит в паритет между евро и долларом, можете поддержать до уровня 1.16, до которого тоже 100 пунктов по четвертому знаку. Британец тоже подсдулся на американских новостях, фомочки его скинули. Ну, в принципе, вчерашний день говорил о том, что еще будет добой, потому что тут осталась площадка, у нас пин-бар. Вот. Если будет возврат, все равно можно посматривать лонги. То есть лонги можно поглядеть выше вот, минимума сегодняшнего дня. То есть если мы заскочим наверх, то можно вот таким вот образом попытаться взять. То есть я не говорю сейчас о лонгах, я говорю, что точка захода в лонги где-то вот здесь нужна. Пока мы торгуемся ниже, это все опасно, это все может обвалиться. Поэтому будьте внимательны по этому инструменту. Недельку с пин-баром по прошлой неделе уже давно пробили, подтверждающих сигналов у лонги нет, они могут появиться, у фунта есть промежуточная площадка вот здесь вот, ему есть куда идти, но нужны подтверждения, их пока нет, мы будем их ждать. Доллар и иена, вчерашние новости по фомкам, да, по доллару, в кассу зашли доллар и иен, и это все, собственно, подтверждает пока бычью направленность. Но вот этот забор из разнонаправленных хвостов, конечно, печалит. Не знаю, где здесь зайти. Те, кто купил на, там, по 107, да, с отката, те, конечно, могут сидеть и ждать, собственно, обновления 112. Но, на мой взгляд, пока сигналов я не вижу никуда. Вчерашний день относительно бычий был, сегодня продолжение на Азии, и Европа, собственно, обваливает ослаблением американского доллара, и все какая-то повышенная волатильность бешеная везде. Не знаю, пока по этому инструменту ничего давать не буду, на дневках уж точно сигналов нет. Доллар канадцу, ему вообще все пофиг, почему? Потому что падает нефть и укрепляется американский доллар. И это вызывает гигантскую уже недельную свечу, которая состоит, собственно, из раз, два, три, четвертый день подряд роста этого инструмента. Радуются те, кто покупал по 1.2, как я рекомендовал, с гигантскими целями на 1.47. Я думаю, так и будет. Если вы не зацепились, используйте откатные модели для захода в лонги. Падение канадского доллара отразилось и в кроссовых инструментах, таких как канадец иена, которая давит на нижнюю границу площадки, и скоро его тоже можно подбирать, которая отразилась на новозеландце канадце, который падает, но все-таки покупать его нужно ниже 0.85 сеткой. И еще канадский инструмент, самый перспективный, это канадец франк, который падает и уже пробивает минимум июля месяца. На грани пробоя, как только пробьет, у нас вот стоит зона покупок сеточкой. Каждые 50 пунктов по четвертому знаку его можно набирать. 50, ну да, 50, ну может даже 30 здесь, он такой короткоходный. Ну вот, но не грубите с объемами, будьте аккуратны. Еще один канадский инструмент, это австралиец, канадец. Тоже пробил минимум, его я уже вчера анонсировал, давно-давно пора купить и надеяться на рост этого инструмента. Если будет падать, подбирайте еще. То есть все канадское сейчас интересно, только не наваливайте против канадского доллара по всем канадским инструментам. Так, что касается других кроссовых, франк, иена пока не в зоне наших интересов, австралиец, новозеландец тоже не в зоне, но если будет подваливать, мы его подхватим обязательно на пробое минимум текущего месяца. Вот так. Что еще? В принципе, здесь все. Канадец франк я сказал. Криптоинструменты. Биточек, эфирчик и Ripple. Самый интересный для покупок, для импульсных трейдунишек, это, конечно, Ripple. По плану, который нарисовал. Мощнейший импульс. Если дадут откат, подбирайте этот инструмент со стопом за там, 0.5 и стейком туда за двоечку. Будет хорошая рентабельность. Нефтяночка, как я и говорил, продавила свой зеркальный уровень, выкинула всех покупателей. Теперь у них печальное настроение. И нет желания покупать этот инструмент, потому что уровень пробит. Вот, и ничего с этим не поделать.
нефть упала, соответственно, на этом фоне доллар-рубль открылся, естественно, гэпом наверх и торчит сегодня уже полдня наверху, печаля федеральных аналитиков, которые надеются на укрепление рубля в связи, скорее всего, с какими-то магическими действиями в космосе. Те, кто купил по 72, поздравляю, стоим уже 73,80, ну, я думаю, 75,80, не за горами. То, что я нарисовал, начертил на графике, придерживаясь этой же позиции, за основу я беру импульс, который произошел у нас с июня по июль месяц. Я считаю, что это инициатива, от которой сейчас зарождается третья волна, и падение нефти, собственно, ей в помощь. S&P открылся тоже гэпом вниз после новостей, там все это здорово, вчерашний день обвал, сегодня гэп вниз. Казалось бы, набирай не хочу, но, как вы понимаете, меня интересуют обвалы определенных значений. Упал инструмент на 12 тысяч пунктов, мне нужно 20. Если он просадит ниже, будем подбирать. Хотя можно и здесь, но риски у вас должны быть за где-то 4200 на продолжение роста. Но хотелось бы лучших цен для набора лонгов по этому инструменту. По этому трендовому инструменту, который десятилетиями выкупает свои откаты, но бывает залетает очень глубоко. Вот. И, конечно, самая печаль была в 2020 году, но такое бывает раз там в 7 и более лет. Как вы видите, средние откаты его бывают, ну, средние откаты порядка там 15-17 тысяч пунктов. Это обычное дело даже на сильном росте. Но надо понимать, конечно, риски, где их ограничить, поэтому лучше опираться, конечно, на конструкции, за которые можно ограничивать риски. Давайте переключимся к вопросам на YouTube-канале по вчерашнему видео, коих было 5. Поехали, Роман Николаевич, спасибо за обзор. По золоту будем держать шорты до пробоя 1675. Ну, смотря где были продажи, если вы работали в рамках огромной пятиволновки, тогда да, но у вас и стоп должен быть большим. Если у вас, допустим, заход с какой-то более мелкой конструкцией, ну, 1675 в любом случае не отменяется, но с более мелкими рисками. Новозеландец франк неплохо уже набирать, шагом 50 пунктов на дневках. Да, кстати, тоже классный инструмент, новозеландец франк, давайте его обозначим. Хороший инструмент, хороший. В нем нет ни канадского доллара, ни иены, ничего такого страшного. Вот, новозеландец франк тоже очень такой шумный. Шумный, да, пробивает. Очередной корректосик у него был. Давайте посмотрим. Упал он на пятерочку, да, после 5000. Но все же я бы перестраховался, дождался бы вот пробоя вот этого уровня. И вот под ним бы уже набирал лонги. Классная идея, согласен. Классная, да. Так, ВЛ, спасибо за обзор. Вопрос по охоте. Можно ли за цель брать просто конец импульса? Да, который ломает. Да. Трудно пока определиться с правильными целями площадками. Но в симуляторе хорошо получается срабатывать как цель именно вершинку импульса. Да, абсолютно верно. Торгуйте то, что у вас получается в симуляторе. Только так. И когда в реальный рынок вы приходите, продолжайте думать, что вы продолжаете находиться в симуляторе. Только тогда у вас будет хороший результат. Андрей Федяков. Кстати, мне кажется, я вас знаю. Андрей, добрый день. На каком тайме лучше пользоваться линиями Fibonacci? Спасибо за обзоры. Ой, знаете, самый вот удобный, на мой взгляд, вот именно для жизни, да, вот чтобы жить с Форексом, хотя бы как с хобби, самый удобный таймфрейм это H4. Потому что вы можете себя запрограммировать, смотреть в рынок хотя бы каждые 4 часа. Это очень редко на самом деле относительно того, сколько вы смотрите его, ну, в рынок в течение дня, если вы находитесь в позиции там, тысяча раз. Если у вас таймфрейм H4, вы можете просто себя запрограммировать, сказать: Андрей Федяков, я, подойдя к зеркалу, перед лицом своего отражения торжественно заявляю, что буду смотреть в рынок раз в 4 часа и использую таймфрейм H4 и больше никаких, к примеру, других. Либо там неделя плюс H4, час D1, неделя H4. Вот вы в таком плане держите там позиции в течение там недели-двух, опираясь на конструкцию H4.
Обалденная техника, на самом деле. Я ее рекомендовал одному пожилому трейдеру, который жаловался на то, что у него болят глаза там от созерцания, круглосуточного созерцания графиков. Я говорю, попробуйте H4 с установкой вот не реже, там, ну, когда в зависимости от того, когда на его брокере закрывается свечи H4, и он торгует, ну не торгует, а как минимум смотрит рынок раз в 4 часа. Это очень удобно. Он там живет на даче, там грядки, все такое. То есть он знает, что 4 часа у него есть свободных, он может там полоть, тяпать и поливать. Так, Сергей, Андрей, на Ripple получил хороший опыт в области инвест-идеи. Была просадка, почти слил, не рассчитал с лотом, сильно завысил его. Спустя пару месяцев пришлось 4 раза замыкаться, во избежание этого вышел с минусом, с плюс 5%. К сожалению, закрыл позицию, жду отката. Так, ну, понимаете, опыт сын ошибок трудных. Не покупайте дорого. Вот если, ну, я не знаю, сколько вам лет, вот, но если вы застали 90-е, 2000-е, то вот на рынках стояли менялы. В принципе, это вот самые, вот, что ни на есть, первые российские спекулянты, которые меняли там доллары на рубли. Ну, помните, в рынок заходишь, и там доллары, доллары, золото. Вот. Вот эти ребята никогда не работали себе в убыток. Они очень неплохо жили, да, в то время. Вот, но они не могли позволить себе покупать дорого, понимаете, потому что это их хлеб. Представьте, что вы вот старой закалки, вот такой вот спекулянт, который не может позволить купить себе биток на хаях там или где-то там Ripple высоко. Максимум, вот в полцены, полцены. Вот представьте, что, например, вы какой-то там, не знаю, там инвестор, либо ну, валютный меняло такой, да, и к вам стоит очередь из людей, которые хотят что-то поменять, продать вам, или вы там какой-нибудь ломбард там держите. Вот. И вы видите классная вещь, да, там, или там хорошие какие-то там валютные курсы. И вы понимаете, что вы это можете, в принципе, дорого продать, и человек вам отдает дешево, но вы все равно покупаете еще в 2 раза дешевле, потому что у вас такой принцип. Не хочешь, иди в другое место, понимаете? Вот и все. Вот если у вас такая вот будет позиция, я куплю в полцены. Это очень простая установка психологическая. И все. Когда там биток стоил там вон, по 60 там, плюс-минус, там все там брали на хаях, сейчас сидят в минусах гигантских. Да, он может вернется, сколько не заработает, 2%, ну примерно так же, как и вы. А если купили бы с хорошего отката, то все бы получилось. Этот принцип банальный. Во-первых, он легко программируется в мозгу. Второе, он легко отрабатывается в симуляторах, либо в тестерах. Вот. И третий момент, он как бы, ну, для человека такой понятен. Купить в полцены, да, вот, ну, например, представьте, что вы у вас какой-то там автостоянка, и вы там покупаете подержанные машины. Ну, у вас много предложений. Вы можете купить эту, ту, там, к вам обращаются люди, предлагают. Но вы в любом случае, вот, вы хотите брать как можно дешевле. Лучше даже бесплатно. А что такое бесплатно на там валютном фондовом рынке? Это кризисы, это выкупание кризисов. Когда вот сейчас вот такое вот поколение интересное сейчас трейдеров поднимается, но оно будет недолгим, к сожалению. Те, кто поймал вот все падение в кризис, я знаю таких трейдеров, у них очень задратые сейчас носы, ну это даже не трейдеры, вот кто попал в то время и начал, когда они выкупили там бумаги, там, либо какие-то валюты дешево в 2020 году на пандемии. Все, они сделали прям хорошие денежки, и сейчас они эти денежки прекрасно растеряют все просто, понимаете, в ноль, и еще и в минус зайдут. Почему? Потому что вот этот сразу положительный опыт, он неправильный для них, потому что, ну, потому что им просто повезло. И такое бывает раз там, в несколько лет, ну, как правило, там кто-то говорит про 7, кто-то там плюс-минус, вот.
То есть выкупание кризиса. Это может на фондовом рынке произойти. Какие-то акции, вышли какие-то хреновые новости, все обвалилось, вы купили в полцены, все, и сидите, кайфуете. Также, например, и там какая-то бумага выходит там на IPO и проваливается в полцены, тоже подбирайте. Вы спекулянт. Вот это спекуляция, а не на М1 там торговля во все стороны, которая ни к чему не приведет. Вот такой месседж вот вам, надеюсь, вы его поймете. Так, по золоту интересная история банковского трейда. Да. Ну это не по золоту, почем угодно. Вот эти психологические уровни, то есть почему работают уровни? Потому что на них выходят банковские трейдеры. Они размещают крупные заявки. Эти заявки, естественно, попадают в стаканы, и более мелкие трейдеры их тоже видят, и как рыбы прилипалы к ним присоединяются, и происходит реакция на это все. Но вы должны понимать, что те, кто, собственно, закрывает эти крупные позиции, они вынуждены это делать для того, чтобы генерировать прибыль, зарабатывать. Потому что если они не выйдут на этом уровне и рынок откатит, они не заработают ничего, и с них спросят, почему, имея объективную точку выхода, ты не закрыл хотя бы часть позиции, понимаете? То есть у трейдеров, ну скажем так, высокого ранга, у них есть уровень ответственности за свои действия, не просто там за деньги, а вообще вот почему? То есть он подотчетный человек, он подотчетный своему руководителю, своему риск-менеджеру, а те подотчетные там инвесторам и так далее, и вся эта система работает на генерацию денег, и поэтому все понимают свою роль. Сегодня вечером в 15:30 у нас первичные заявки по безработице в США. Опять будет волатильность по американскому доллару. Будьте готовы в это время. На этом у меня все. Понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Контролируйте риски, берегите себя. И до встречи завтра утром на очередном обзоре для InstaForex. Всем пока!